Ну, по ходу сезона, в конце первого круга, появился вариант с Нижнего, и Владимир мне позвонил, предложил продолжить карьеру в футбольном клубе Нижнего Новгорода. После первого круга уже, ну, после сезона, получилось, все быстро договорились с Нижним Новгородом, все четко расписали, не было никаких проблем с подписанием, и я так и оказался здесь. Нижний Новгород, у него есть задачи, поставленные цели, все стабильно, клуб хочет подниматься в премьер-лигу, поэтому здесь собраны хорошие футболисты, и здесь хороший тренер, здесь можно расти как футболисты и двигаться дальше. В Томском, получается, я был в Томске, до этого первый тур был здесь, в Нижнем Новгороде, получается, здесь сразу было так, ну, команда собралась, видно, была приличная, думали, задача была поставлена вроде, хорошие футболисты собраны, приехали здесь, хороший стадион, структура сейчас отличная. Знаком лично только со Сашей Ставпец, ну, а так со многими, играет здесь, уже виделся на поле, так что сейчас адаптируюсь и уже ко всем привыкну. Приехал, познакомился сразу, встретились с Алиевым вместе, приехали в Нижний Новгород, доехали до базы, так пообщались нормально. В номере живу сейчас, получается, с Гацуком, тоже, ну, играли уже в разных командах, так примерно знакомы были. Провели, получается, две тренировки, бег на улице был и тренажерный зал. Потихоньку вливаемся в команду, думаю, проблем с адаптацией, влиться в коллектив здесь не будет, все парни хорошие. Рад оказаться в футбольном клубе Нижний Новгород, будем стараться выполнять все задачи, чтобы Нижний Новгород был наверху.